Анастасія Кіндер – дипломований косметолог з медичною освітою. Постійно підвищує кваліфікацію, відвідуючи професійні курси. Стежить за останніми новинками в індустрії краси і використовує їх в своїй роботі. Доброго вам ранку! Добре утро. Сьогодні будемо говорити на таку тему, яка, мабуть, хвилює всіх, і дітей, і дорослих, тому що акне є і у дорослих. Власне, що це таке? Тому що коли я готувалася до цієї теми, я думала, що це абревіатура якась. Ну, акне є таким з найбільш частих заболівань у підлітків, які зустрічаються, скажімо так, в більшій степені 9 із 10. Вот. И различные проявления, да, конечно, бывает и позднее акне, но сегодня поговорим больше про подростковое. Акне проявляется в основном закрытыми и открытыми комедонами, также воспалительными элементами, папулами, пустулами и в дальнейшем уже узелками. В начальных стадиях, когда различают черные точки, это белые тоже угольки такие небольшие, которые закрытые являются комедонами. Если же туда присоединяется уже инфекция, да, там или начинается воспалительный процесс, конечно, в таком случае уже перерастает в более тяжелое заболевание. Акне различают по степеням. И вот когда еще самая легкая степень, когда просто проявление вот этих вот открытых-закрытых комедонов, небольшие воспаления. А когда мы уже видим папулы, пустулы, это уже более тяжелое, скажем так, течение заболевания. И далее, когда уже они формируются в узлы, в узелки, а потом далее в узлы, как конгломераты такие, в таком случае тогда это уже тяжелое течение заболевания, его нужно лечить и нужен подход к лечению, потому что в дальнейшем это может привести к рубцам, пигментным образованиям, ну, в общем, нарушение рельефа кожи. Это не есть хорошо для человека, да, это эстетика, мы хотим выглядеть всегда красиво. Основной причиной появления акне является нарушение десквамации кератиноцитов в сальной железе. Объясню, что это такое. Такий термін зранку дуже важко сприйняти. Есть мешочек, да, и там начинают шелушиться клеточки, которые выстилают эту сальниковую железу. В таком сальниковый фолликул, простите. И тогда это является хорошей флорой для разведения, хорошим местом и условиями для разведения бактерий пропионибактериум акне. Образуются микропробки, микрофолликулы, и таким образом начинается воспалительный процесс, что является в дальнейшем самой главной причиной. Власне, саме може воно пройти, чи без сторонньої допомоги не може? Если там, это в легкой степени, да, конечно, может быть, но опять-таки у подростков в период полового созревания, когда идут гормональные изменения, это в первую очередь касается тестостерона у обоих полов. И если в дальнейшем у женщин так и проходит, если это не выровнять, если за этим не обратить, на это не обратить внимание еще в тот момент, когда возможно, да, обратиться к доктору, к дерматологу, к гинекологу. В крайнем случае можно обращаться к косметологу, косметолог грамотный, который может послать уже непосредственно к доктору, который будет, который необходим здесь. И консультативные приемы, да, которые необходимы, посмотреть, что именно. Иногда очень часто посылают к гастроэнтерологу, потому что банальной причиной проявления акне и вот этих воспалительных элементов является изменение состава кожного сала. Чи є якась статистика, хто більше страждає саме цим захворюванням, хлопчики чи дівчатка? Нет, такой статистики нету, потому что в основном равносильно происходит и у одних, и у вторых. Есть такое у людей, которые обладают там жирной, комбинированной или же сухой кожей. Это да. Те, которые жирные, комбинированные. Так? Да, жирная, комбинированная, конечно же, это немножечко хуже, да, чем сухая. Но опять-таки у обладателей сухой кожи тоже может быть проявление акне. И они тогда более сухие, да, вот эти вот пробочки, их еще тяжелее чистить. Поры не настолько расширены, там тоже свои подходы есть к этому. Якщо от чого не можна ні в якому разі робити, тому що я розумію, що коли з'являється щось на шкірі, одразу хочеться його там вилучити. Вот этого нельзя делать, вот этого нельзя, потому что, ну, есть подростки, которые, да, там хотя бы понимают, что нужно помыть руки перед этим. А тут увидел, все, трагедия, нужно что-то делать, его нужно что-то убрать. Ни в коем случае нельзя этого убирать и руки от лица подальше, потому что на руках это всегда есть
есть грязь, всегда есть пыль какая-то, всегда это, ну, не всегда руки являются чистыми, и занесение инфекции является еще большим усугублением самого заболевания. Якщо не хочеться звертатися до професіонала, а все ж таки хочеться самотужки, можливо, є якісь поради, що це робити? Просто помити руки, чи потрібно там певною кількістю там спирту протирати обличчя? Ну, ви знаєте, от це велика ошибка, коли протирають спиртом, або ж вже календулою, вже ми давним-давно отошли від календули, саліциловим спиртом і тому подобное, прижигати це все ні в коєму випадку не можна. Ми живемо вже в тому світі, де є препарати, які діють на подавлення інфекції, на подавлення самого проявлення воспаления. И лучше все-таки обратиться к косметологу, лучше все-таки прийти, пусть к дерматологу, да, пусть они там расскажут, как нужно вот правильно сделать, потому что помимо той инфекции, которую мы можем занести, можно еще и усугубить заболевание тем, что вокруг есть. Ведь есть такое понятие, как иммунитет кожи. И мы, когда мы туда руками, лезем, да, когда мы туда лезем, мы, ну, скажем так, разрушаем, носим туда свою инфекцию, свою флору. Ведь на руках тоже очень много всего. И когда человек приходит к косметологу, приходит к дерматологу, да, мы всегда в первую очередь посылаем на соскоб. Это так сейчас называется. Там есть демодекс, клещ, который у каждого есть, и есть кандида, грибок. Самые банальные дрожжевые грибки. Всегда на это идет соскоб. Любой дерматолог всегда пошлет сначала на соскоб, дабы посмотреть, что есть и что является причиной. Потому что не только пропионибактерия акне является причиной вот таких воспалительных, некрасивых элементов, которые портят наш внешний вид. Для этого необходимо тоже посмотреть, что есть, является вспомогательным элементом. И вот именно демодекс или же дрожжевой грибок кандида тоже так же самое может являться, и это будет подключение к лечению. То есть лечение достаточно тяжелое. И очень много всего нужно использовать для того, чтобы избавиться и сохранить рельеф кожи достаточно красивый. Багато часу потрібно, тому що от незабаром почнуться випускні, останні дзвоники, і всі хочуть бути гарними саме до цього. Вже залишилось менше місяця. Да, да. Ну, все нужно делать, конечно же, вовремя. Обладателям там чорних точек і білих комедонів закритих, я не можу сказати, що там щось грозить, но в В первую очередь самое главное – это очищение кожи, качественное, хорошее очищение. Это или же определенным мылом, да, которое является косметологически и дерматологически одобрено, или же это… Ага, тут тоже не будет и мыло подъявить. Да, нет, ни в коем случае. Для кожи есть, для лица есть, для лица, для тела это совсем другое мыло, это совсем другой состав. Макияж можно наносить, макияж – да. Мы не забьем эти поры? Мы будем хорошо их очищать потом. Если мы будем хорошо следить за кожей, да, мы потом хорошо очистим. Можно корректирующий макияж, можно тонирующие крема, но опять-таки они должны быть легкие, нежирные, качественные, действительно не комедогенные, которые не будут забивать поры, о чем вы говорите, да, что потом в свою очередь приведет опять-таки к воспалению. Поэтому все вот эти элементы можно использовать. И макияж. Ну, не так часто, звісно, там макіяж, який состоїть із багатьох слоїв тонального крема. До речі, може, на що звертати увагу, коли купуєш той чи інший там тональний крем, чи ту ж саму пудру? Ну, надо смотреть, во-первых, комедогенность, ее состав, чтобы там не было нефтеперерабатывающих продуктов. Это раз. Второе, то, что нужно смотреть, что он будет легкий, нежирный. В основном это флюид, тонирующий флюид там на основе тонального крема, нежирные крема по составу, по структуре. Если есть возможность посмотреть, да, конечно, в аптеке мы это не сделаем. Завчасно, да? Підготуватися, да, так, почитати. Да, потому что можно навредить себе. Дабы закрыть, да, мы думаем, на один раз, на два раза можно закрыть и можно очень хорошо выглядеть. Но в дальнейшем это может дать последствия и очень неприятные последствия. Это будут воспалительные элементы. Ну, это все приведет к тяжелому, более тяжелому заболеванию. Поэтому лучше, конечно, обратиться к специалисту. Лісту самому не треба лізти. І кажуть, що так само допомагає пудра, що вона відштовхує пилюку і так далі. Чи правда це? Чи тут головне оцей баланс зберегти? Ну, от ми ж потіємо, і лицо теж потіє.
И пудра, которая вроде бы она легкая, она точно так же вместе с потом, это влага, она превращается в тот же, скажем так, ну, грубо скажем, да, тональный крем. И она впитывает. И, ну, наши поры, они дышат все-таки, и получается не очень красиво. А тем паче лето впереди. Тем более лето, когда идет нарушение. Нужно увлажнять кожу. В лучшем случае нужно хорошо увлажнять. Есть, конечно, крема, которые ложатся под тональные крема, под пудру. Ну, можно их использовать и увлажнять кожу. Увлажнять кожу не только с помощью, да, там, в 13 лет, в 14-15 не будешь делать уколы гиалуроновой кислоты. И не будешь бегать там к косметологу, вот там филлеры или еще что-то. Нет, это можно делать с помощью сывороток. Разная молекулярность гиалуроновой кислоты. Як часто, можливо, якщо дітки 13-12 років, вони ж менше користуються тональними, да, кремами, они, так? Да, практически, дай Бог, чтобы они вообще ими не пользовались. Чтобы не знали, что оно таке. В таком возрасте это еще достаточно рано. Но есть легкие крема, BB-крема, CC-крема, которые используются для закрытия. Они такой легкой структуры и просто придают, скажем так, матовость кожи и такой легкий оттенок. Поэтому, ну, можно, возможно, использовать их, можно использовать сыворотки, которые содержат гиалуроновую кислоту. И самое главное, вот для жирной кожи, комбинированной, сухой той же, да, это увлажнение кожи. Вот увлажнить ее, и тогда вот совсем другой эффект пойдет. Совсем будет, и даже те же воспалительные элементы, они будут не настолько ярко проявляться, потому что сухая кожа, она раздраженная сама по себе, это дискомфорт, это покраснение, это стянутость. Не очень приятно. Когда мы увлажним кожу, то есть мы даже понимаем, что кожа, когда мы улыбаемся, натягивается и очень красиво. И, можливо, наостанок, що потрібно мати в своїй косметичці для того, щоб не нашкодити своїй шкірі? Або взагалі від чого краще відмовитися, особливо підліткам? Ну, я вже зрозуміла, що тональний від тонального крему геть. Лучше відказатися, да. Є CC-крема, які достатньо хорошо влияють. Ну, в общем, самое главное – это увлажняющий крем в любое время года. Лето, зима, не зависит. Зранку – це денний крем? Утром обязательно нужно наносить увлажняющий крем. Плюс препараты, которые прописывает дерматолог там, или же гинеколог, или когда уже находятся у косметолога, есть специфические препараты, эстетические, да, косметика, которая направлена на уменьшение вот этих вот всех проявлений. Ну, я не могу сказать, что там прям что-то обязательно должно быть в косметичке. Увлажняющий крем должен быть всегда рядышком под боком, это да. А далее это уже то, что прописывает доктор и то, что рекомендует косметолог касательно косметики и эстетики. Вот это да, потому что каждому должен быть подход индивидуальный. К каждому подростку это может быть разная причина. Эндокринологическая, да, гинекологическая и тому подобное. Поэтому с этим нужно очень аккуратно быть. Ведь то, что у нас происходит в организме, внутри, но все идет проявление на кожу. Поэтому треба бути акуратним. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Анастасія Кіндер, косметолог. І говорили ми про акне. Да. Говорили про акне в підлітковому віці. І взагалі, чому відбувається таке, чому воно з'являється і як, власне, з цим боротися. Спасибо дуже, вам дуже большое. Дуже вам дякую.